Все. Шарафат, пока. Мы едем гулять, Шарафат нас провожает. Да. А вот Нурала нас довозит до дороги. Да. Наша главная, можно так сказать, площадь здесь Амура Тимура. Памятник Амура. Памятник Амура Тимура. Ага. О, памятник. Идемте, вот так пройдем. Угу. Погода такая прохладная, да, но классная, да? Прохладно, и уже и в Ташкенте тоже чувствуется осень. Но я все-таки себе продлила лето. Здесь теплее, да? Да. Домой звоню, они говорят, у нас холодно, говорит. А здесь теплее намного. Вот сейчас только похолодало последние дни. Но я, ну, говорят, что еще потеплее, да? Да, потеплее. Я не знаю, конечно, вечером мои зрители что-то увидят или нет. Но пока что вот Амир Тимур. Амир Тимур. А где-то здесь музей еще должен быть. Мы когда приезжали где-то... Здесь есть музей, вон там. Но он сейчас не работает, он до 5 или до 6 работает. А, понятно. Сейчас уже закрыто музей. Ясно. А сейчас уже 7 час? Ну, у нас и памятник Амур Тимур, и проходим парк Амур Тимур. И это парк тоже называется Амур Тимур. А это что за улица впереди? Это вот наш Бродвей. А, Бродвей? Да, вот этот Бродвей. Это мы сейчас туда переходить, да, будем? Да, мы сейчас туда переходим. Я хотела сначала отсюда начать, но хотела вам показать этот памятник Амур Тимур. Ага. Сейчас туда пройдем. А пахнет такой осенней листвой. Ташкент, конечно, вечером красив. Тоже и днем красив, но вечером вообще очарователен. Здесь много людей, да? Да, летом много. Что-то сегодня... Шли с вами на Бродвей. Сувениры здесь продают. Такие, как, помните, мы с вами видели на рынке Чарсу. Хочется каждого купить. Такие добродушные все. Куколки вон такие вот интересные здесь тоже. И бусы, да, различные. Может, возьмем машинку и прокатимся? Это как, надо крутить педали, да, или что это нужно? Не, лучше пройдемся. После вот этой лепешки, как они называются с мясом, шашлыком, который? Шашлыком. Ну, а как он называется? Ну, мы так называем, хлеб с шашлыком. А, хлеб с шашлыком. А я думала, название какое-то есть. Это... Здесь сами так придумали. Ага. После него нужно гулять, гулять и гулять. Хотели купить кофе, а здесь кофе в основном такой растворимый. А я же не пью растворимое.
Ну, потому что, наверное, в Ташкенте в основном, да, чай пьют. В основном чай пьют. Еще зеленый чай у нас любит. Вот у нас жара летом, но мы пьем горячий чай. Без этого мы не сможем. Да, да. А здесь в основном продают чай, чай. Угу. Вот там Бродвей, да, где светят огоньки. А вот в эту сторону что, это парк? Мы когда-то приезжали в 2010, по-моему, с кем? С Нуралы? Не-не-не, сейчас Ширалы нам показывал. Ну, вот. А там лебеди ходили, какой-то парк был. Это здесь было или нет? Нет, мне кажется, это не здесь. Не здесь, да? Нет, нет. Куда там нас водил? Ширал, там надо нету. Его спросить. Угу. Настольный теннис можно поиграть. Сальвия еще цветет. Я приеду в Киев, наверное, уже все растения уже будут заморожены. Не знаю, поеду посмотрю. Да. Что говорит, холодно сильно. А может еще есть? Угу. Вот это алисум. И сальвия. Здесь у нас фонтан. А, фонтан, он летом, да? Да, летом. Фонтан фонтанирует летом. Вот жалко, сейчас нету. Везде и звучит... Прохладно, да? Да, прохладно. И звучит восточная музыка со всех сторон. Хорошо, что далеко. Ага, красивый фонтанчик. Это гранат, наверное, это гранат. Сейчас. Фонтан хлопок? Да. А, фонтан в форме хлопка. Я думала, в форме граната. Ясно. Ой, как хорошо пройтись, а, вечером. Ну, в основном опять скоро будет тепло, 20 градусов тепла. Везет вам. Зимой так. Иногда. Даже висит. Здесь художники рисуют картины. А, это такой, как Андреевский спуск у нас здесь. Угу. О, виды. Хивы, Бухары, Ташкента, Самарканда. Лошади. Популярно дарить на сюне той лошади ж дарят обычно. Да? Да? Я так удивилась, когда на сюне той мальчики подарили своему однокласснику лошадь. Такая картина лошади. Ну, классно. Маки. Да, много разных картин. Гранат. Очень популярный гранат. Смотри, какие вот здесь. Какая картина интересная. Вышивает узбечка. Мне вот такие картины больше нравятся. Ну, вообще я люблю, чтобы цветы были нарисованы. Знаешь, вот. Вот эта картина, да. Это горы. О. В основном гранаты, да? Подсолнечник тоже есть. Ох, какой красивый. Какая красивая картина с гранатом. Восточные сказки. Ага. Это тыквочки, да? Тыквы такие, да? Легкие-легкие тыквы. Лаком только вскрытые. Бубен есть. Это дойра вот. Дойра? Да, там внутри вот такие. Ага, разрисованные. Да. Это что? Гранат? А это гранат? Да, это гранат. Картина гранаты, посмотри. А, точно. Очень красиво. Угу. Люстры висят даже, настоящие. Люстры на улице. Видели когда-нибудь? Здесь, вот, там дальше, это кинотеатр? Концертный зал, нет, концертный зал Зарашана. Что?
концертный зал Заравшан. А, понятно. Смотри, люстры на улице. Мы нашли кофе. Заварное. Да, ну, везде много кофе. Да, много кофе, только все почему-то растворимые, да, были. А здесь вот заварное нашли. Классненько. Горячий. Ой, горячий действительно. Я таких стаканчиков не видела. У вас как по-другому, да. И пахнет как-то. Прям написано капучино. Да? А, вкусно? Ну, попробуем ваше капучино. Горячий, можно рот отжать. Давай, у меня руки горят, давай здесь присядем. Да, одевай на голову что-нибудь. Здесь магазины. Магазины справа. Ага, Бродвей написано, видишь. Там на музыкальных инструментах, что ли, играет? Да, вот здесь. Пластиковые стулья, ну посмотрите, какие. Резные. Нет, кто-то, мне кажется, на дудочке все-таки играет. На вкус он не аппаратный, а такой, как растворимый. Ага, столица. Угу. Торговый центр. Ну. Может, зайдем, посмотрим? Да нет, что там делать? Мы так, по воздуху лучше подышать. Короче, с кофе нас обдурили. Антины глазки цветут. Тыквочки, скоро Хэллоуин, смотри, у вас тоже Хэллоуин отмечают, да? Или это просто для украшения? Ой, что это там бахкает? Ой, что это? Дети балуются, наверное. Ресторанчик такой. А это что? Тоже кафе? Да, кафе. А это, вот здесь надо было кофе попить. Да. А здесь фонтаны бьют. А это что здесь? А? Что здесь? Здесь ресторан, кафе. А, ресторан, кафе. А. Там наверху везде ресторан, здесь. Ясно. Форма цветочных горшков красивая. Юрта, смотрите. Это магазин такой, сувенирный. Одену маску, подожди. Я все-таки переживаю, чтобы... Вчера сдала тест на коронавирус. Коронавируса нет. Но... Поменяли билеты, значит, хоть бы сегодня. А завтра опять мне сдавать этот тест. А вон, смотрите, какие. Чапаны. С шаевым материалом. Сиреневый. Зелененький. Зашли в юрту. И не пожалели об этом. Посмотрите, сколько интересностей. Здесь сережки идет. Там да. Ага, сережки. Ага. Один рубль.
Ленин? Да, это Ленин. И даже вот смотрите. Клатч. Вот так. Ага, вот так. Вместе, а, точно, вот так, да? Клатч. Угу. Национальный. 50 тысяч. Угу. Много интересного Зонтик сделан как тюбетейка, посмотрите. Даже здесь национальный колорит. А это что, жилые дома? Нет, это магазин? Что это? Не знаю даже. Адлия Вазерлиге там написано. А что это значит? Адлия Вазерлиге. Министерство. А, это министерство? Да. А, интересно. Освещение хорошее такое дома.